И в продолжение темы. Накануне 12 июня, Дня независимости России, в Твери состоялась торжественная церемония вручения государственных и региональных наград. Медали и почетные грамоты были вручены за доблестный труд, за спасение погибавших и за другие достижения. Присвоены звания почетных и заслуженных работников, а юные тверичане, достигшие 14 лет, получили в торжественной обстановке паспорта граждан Российской Федерации. 8 государственных наград получили жители Тверской области. Это орден дружбы, почетные звания, а также медаль за заслуги перед Отечеством и медаль за спасение погибавших вручена Александру Михайлову, который летом позапрошлого года не прошел мимо чужой беды и вытащил из горящего дома 88-летнюю женщину. Вспоминая тот день, мужчина признается, что тогда не задумывался ни о каких рисках. Ехал как-то к родителям через частный сектор в поселке Соминка и заметил, что у частного дома дым идет. Подхожу к входной двери и вижу, что уже из двери уже явные признаки пожара. Ну, я недолго думал, открыл дверь и крикнул, кто есть в доме. Но в ответ мне откликнулась бабушка. Тамара Иваненко получает звание почетного работника науки и образования Тверской области. Она уже почти полвека преподает русский язык и литературу в гимназии 10 города Ржева. Преподаватель рассказал, что посвятила педагогике всю жизнь и ни дня не пожалела о выбранном пути. Теперь наставляет молодых коллег. Это такая серьезная веха, потому что мой стаж, общий стаж, 50 лет, профессия 30 лет, и вот работаю на одном месте. Понимание коллег, понимание детей, понимание родителей, вот, наверное, это самое главное. Также были вручены 10 региональных наград. Это почетный знак «Слава матери» и звание «Почетный работник здравоохранения, лесного хозяйства, муниципальной службы строительства, промышленности и другие». Так было всегда в истории. Мы развивались благодаря солидарности граждан, их самоотверженному труду, стремлению приносить пользу стране. Каждому поколению нужны примеры, которые будут вдохновлять задавать ориентиры, подчеркнул Игорь Руденя.